Внимание, внимание! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Красный сигнал для вас. Успейте купить, как говорится, ажурный сад. Это выбор эксперта, между прочим. Оль, ну пройти мимо такого платья совершенно невозможно, тем более, что все знают мою слабость с платьем-футляром, хорошей длины, длины миди. Ну и, конечно же, мы с вами говорим не просто о платье, мы говорим о роскоши, мы говорим о кружеве, о материале, который в этом сезоне самый, пожалуй, главный. Тем более, что платье выполнено таким необычным образом. Вы знаете, у каждой женщины должно быть платье, в котором она чувствует себя по-королевски. Вот я считаю, это то самое платье. Лер, я не могу, ты такая стройная, такая идеальная. Я хочу такую же фигуру, как у тебя. Ну, посмотри, бедра прям вот, ну, так, как вот все любят, да? Идеальная талия, шикарный, пышный верх. Вот все, как любят мужчины и женщины. Идеальная фигура. Слушай, можно сказать, что это платье для идеальной фигуры? Можно и нужно. Поэтому, если вы хотите идеальную фигуру, если вы хотите роскошный внешний вид, конечно же, выбор здесь очевиден. Тем более, у нас есть два цвета для вас на выбор. Посмотрите, я выбрала сегодня бежевый с синим, а у нас есть еще черный с бежевым. Вообще, я считаю, потрясающая гамма, Оль, потому что цвета совершенно универсальные и везде уместные. Слушай, ну да, мне нравится, что это такие самые актуальные, традиционные, можно сказать, классические вариации. Мне нравится еще и цена. Ты знаешь, когда мы приходим в магазин и выбираем для себя вечернее платье, оно стоит из кружева от 7000 рублей, все знают. Mm-hmm. И на нашем телеканале уже завтра цена будет на это платье «Ажурный сад» 5599 рублей. Но только не сегодня. Сегодня действует максимальная скидка. 1600 рублей мы сегодня экономим. Ну, кстати, я сейчас обратила внимание, как шикарно выглядит Ксюша. Ну, вы прям вот бесподобны. Шикарный, идеальный. Скажи, какой она размер носит? Ксюша носит 48 размер, и на ней платье сейчас размер в размер 48. То есть мы с вами сразу же получаем подсказку, как выбирать размер четко. Свой привычный и свой российский. Причем, знаешь, что мне нравится? Вообще так хитро выполнено платье. Ощущение, что, вот смотри, издалека, будто бы на темное кружевное платье сверху наброшена светлая такая вот блуза, совсем полупрозрачная накидка. И создается такой эффект два в одном, как будто бы это двойка. Да, действительно, такой легкий образ и в то же время очень манящий. Вечернее платье, ажурный сад. Размеры от 48 до 62. Давайте сейчас будем изучать материал. Ты знаешь, когда я вижу кружево, я вспоминаю свою молодость, свою юность. Когда я сдавала экзамены, мама мне всегда надевала белую кружевную блузку. Да, нарядная. От которой я всегда чесалась. Но представь, мне нужно сосредоточиться, играть произведение серьезной Фибиха, а я не могу играть, потому что мне все чешется, понимаешь? Скажи, пожалуйста, наше кружево, оно приятное? Очень приятное, Оля. Ты знаешь, еще эластичное, такое с трикотажным немножечко эффектом. Видите, чуть-чуть тянется здесь эластана, буквально 10%, но этого достаточно. Достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. И к тому же оно плотное. Посмотрите, какое кружево с очень хорошей плотностью, хорошего качества. У нас здесь с вами вискоза в основе, за счет чего оно очень приятное. Ну и вообще я вам должна сказать, что, конечно же, кружево современного поколения совершенно другое. Дискомфорта не доставляет, только удовольствие. Причем, посмотрите, мы с вами можем увидеть, что платье действительно обладает эластичностью и кружева, и подклад. Подклад, кстати, в этом плане, конечно, здесь очень важен, потому что если мы с вами говорим про кружевное платье, то, конечно же, речь идет о том, что оно будет полупрозрачным. Но никакие комбинации, никакие подъюбники нам придумывать не придется. Посмотрите, подклад есть, причем подклад очень комфортный. Оль, вот ты знаешь, мне нравится, что он у нас здесь тоже эластичный и трикотажный. Вот так вам покажу. Причем трикотаж плотный. То есть в платье комфортно, при этом ничего не просвечивает. Я тебе больше скажу, вот этот плотный трикотаж еще чем хорош, прячет целлюлит. О, здорово. Ты знаешь, я когда один раз пришла в магазин, мне очень понравилась продавщица любезная. Она мне сказала, что, Оль, ну вот с твоей фигурой тебе нельзя выбирать тонкие ткани. Угу. Тебе нужно что-то плотненькое, и тогда ты будешь идеальная и ровненькая. Я это запомнила раз и навсегда. Но вот идеальные ровные формы мы сейчас наблюдаем, и это...
платье «Ажурный сад», который специальным предложением сегодняшнего дня и является. 3999 рублей – это цена с максимальной скидкой, которую вы можете получить прямо сейчас. Звонки бесплатные, оплата при получении. Исполняйте свою мечту. Может быть, вы собираетесь на какое-нибудь праздничное торжество? Я считаю, что это отличный вариант. Хотя, давайте спросим у Леры, на все ли фигуры ты порекомендуешь данную вариацию? Ты знаешь, вот это тот редкий случай платья, Оль, когда действительно можно рекомендовать всем. Платье, футляр у нас с вами приталенного силуэта, плюс эластичное. Оно само подстроится под вашу фигуру. Давайте посмотрим на девочек. Увидим два платья и увидим два типа фигуры, для того, чтобы в этом действительно убедиться. Смотрите, вот появилась Вика наша еще на подиуме, выбрала для себя черное платье. Фигура другая, рост другой. Платье получилось немножко другой длины и совершенно другой посадки. Смотри, как любопытно, Оль, да? Платье одно, а девчонки выглядят по-разному. Ну и, кстати, вот что мне нравится. Сейчас мы попросим вот так вот боком немножко Вику остаться. Посмотри, как хитро сделано. Ты видишь, такое ощущение, что у нас по боку такой вырез еще глубокий. А за счет этого, между прочим, мы прячем животик сбоку и бедра делаем уже. То есть, если мы хотим постранять, мы заказываем платье «Ажурный сад». Если мы хотим выделиться на какой-нибудь вечеринке, вечернем мероприятии, опять же таки, платье «Ажурный сад» нам в этом поможет. Лер, ну вот посмотри на девчонок, да, вот представь их на каком-то торжестве. Наверняка ты тоже голову себе свернешь, конечно, да? Да и разумеется, это, вы знаете, тот самый случай, когда подружки обзавидуются, а, конечно же, мужчины будут обращать внимание. А главное, вы будете чувствовать себя уверенно. Платье не мнется, платье эластичное, свободу движения вам дает. Ручки прикрыты у нас с вами. Посмотрите, подклад комфортный, длинный. Обувь, кстати, что приятно, можно подбирать любого цвета под оба из этих платьев. Посмотрите, вот представляете, вы на любом мероприятии, если выбираете кружево неэластичное, оно ведь тоже имеет свойство мяться, а наше... мягчайшие, посмотрите, здорово. Наша абсолютно эластичная и совершенно не мнется. Слушай, это здорово, вот вспомни, когда на те же вечерние мероприятия мы собираемся, когда мы садимся за праздничный стол, мы уже боимся встать, потому точно. Что понимаем, что сзади мы помялись, изрядно помялись, здесь не помнемся, здесь мы будем идеальными всегда. Итак, еще вот один очень важный вопрос, все-таки это кружево, да, и когда мы приобретаем столь такой зыбкий материал, кажется, что его нельзя стирать. Вот скажи, пожалуйста, можно ли стирать дома? Вообще можно и даже нужно, я вам должна сказать, потому что кружево у нас здесь плотное, плюс на вискозном трикотаже, поэтому стирайте его смело дома, в стиральной машине. Если барабан стиральной машины вдруг у вас делает затяжки, просто выверните платье на изнаночную сторону и все. Сушим его, как любое платье привычно, на своей сушилке или на плечиках. Гладить, кстати, его совершенно не обязательно. Представляете, какая роскошь? Оно не мнется. Итак, специальное предложение, успеете заказать. Выбор эксперта со стройнящим эффектом. 3999 рублей.